Сельскохозяйственные ярмарки проводятся каждую субботу. На этот раз эстафету приняли шалагашцы. Земледельцы и животноводы района довольны этим годом, поэтому ярмарка была щедрая. 15 аульных округов привезли в общей сложности 96 тонн продукции. Жалагашский район в целях стабилизации ценовой ситуации на 54 автомашинах привезли продукцию на 12 миллионов тенге. По графику будем регулярно проводить такую ярмарку. Более 30 наименований товаров. Они были довольны. Отборная продукция предлагалась по ценам ниже рыночных. Мясо по 1200 тенге. Из Жалагашского района привезли в город продукты, другие товары. Мясо купила подешевле, картошку, лук. Все, что необходимо по хозяйству. Спасибо организаторам, сельчанам за их труд.